В субботу, 21 сентября, в загородном парке Владимира пройдет Всероссийский день бега «Кросс-нация». Ожидается, что в этом году в нем примут участие до 500 000 россиян в 85 регионах страны. В областном центре соревнования проходят с 2005 года. На кросс могут выйти граждане любого возраста, и любители, и профессиональные спортсмены. Во Владимире пройдут 8 забегов на дистанции в 1000, 2000 и 4000 метров. Победители в каждой категории получат кубки, медали и дипломы. Старт и финиш на стадионе в Загородном. Для допуска к соревнованиям нужно пройти предварительную регистрацию, с собой иметь медсправку и паспорт. Зарегистрироваться можно и в день соревнований с 10:00 и до торжественного открытия. Оно начнется в 11:40.